Шкрупхаус построен из кирпича, стекла, бетона, керамики и глины. С любовью, трепетом и большой-большой-большой историей к дизайну. Это дом, построенный для семьи, в которой живут трое детей, двое взрослых, пару нянек, садовник, повар. Шкруп — это имя, которым называю я свою жену, а жена называет меня. Такое имя носит наш дом. Дом Шкруп. Ты чувствуешь, какой излучает мой дом тепло. Понимаешь, и камин, под которым мы с тобой сидим. Мне нравится лично Япония, и поэтому я в своей творчестве и в своей работе соединяю эти два направления. Потому что они мне очень нравятся, как Украина и как Япония. То есть и этот симбиоз, вот он у нас в доме. То есть здесь есть японская керамика, здесь японские таконома, есть у нас японские там шторы, мебель японская. То есть это все, оно переплетено. Ваби-саби, если мы говорим о японском направлении, то это скромность, это простота, это чистота. Его можно характеризовать, да, то есть это потертость, то есть это какие-то творчества, это какие-то вещи, ржавчина, это скромная простота, это истина в простоте. Ты сейчас что чувствуешь? Затышок есть? Ну вот это вот и есть ваби-саби. Основополагающие элементы украинского стиля — это глина, это тепло, уют, а также это строгие формы, ровные линии, изящество в керамических изделиях. Это максимальная открытость, воздушность, тепло. Есть даже книжка написана, что украинская и японская архитектура в 18 веке была очень схожа. Стриха, глина — это очень деревянная архитектура. То есть это конкретно то, что перегукуется конкретно с украинской архитектурой. За всем требуется уход. То же самое глина, дерево, натуральные материалы, они как требуют к себе внимания. То есть пластиковый фасад, он менее требовательный, чем деревянный фасад. Зато это натуральность, и это по-настоящему. То есть это не фуфел, не подделка. Здесь глина натуральная, здесь семечки льна, здесь дерть полова. То есть мы использовали там все традиционно украинские там конский волос и кизяк. Да, то есть в мелких пропорциях. Но это здесь, это есть традиционная украинская мазанка. Я его уже интерпретировал по-своему и добавлял сюда чай, семена разные. То есть то, что мне хотелось, что вызывало тактильность и вызывало новые рельефы и новые текстуры. Это я подивився у мого вчителя Сережа Радька. Технологію він коли ліпить керамічні скульптури, потім бере маленьку ложку і ложкою так цюка, для того, щоб глина збивалась. Ну, японці б'ють такими дерев'яними плоскими элементами. А наш Сережа бьет обычной ложкой украинской металлевой. Вот я посмотрел, что рельеф такой создается. Я купил две огромные ложки, поставил маляров и давай они тут мне отбивать текстуру. В доме нет ни одного источника света, который был бы не мой. 90% материалов для моих светильников — это керамика. У меня собственное производство, и я использую. Точно так же еще есть материал, который очень я люблю. Это дерево. Оно используется в моих светильниках. Глина натуральная, оно используется вот конкретно на светильнике, который над нашими головами. Это полистирольная смола, то есть так называемая, вот эта, которая сверху покрыта глиной натуральной. Вот это то, что называется тетрапод. Тетрапод сейчас он керамический. Ничего мы за ним не доглядаем. Ну, можно смахивать с него пыль, но тут даже пыли на нем нету. Это флэпджеки. Наша плитка, за которую мы получили Best of the Best. И она покрыта очень такой текстурой необыкновенной. Здесь этот, если присмотреться, здесь такой как песок. Здесь 8 видов покрытия. И здесь это такие, как они, как это, песчинки такие, микро-микро. У меня коллекция украинской керамики. Глечики из бабушкиного села. Они висели просто на штахетках забора. Я их собирал и складывал в одном месте, потому что мне хотелось какую-то коллекцию сделать. Вот эта коллекция горшков прошла через всю мою жизнь. Большая жидковая коллекция, то есть это тарели, пасники, мясники, баняки и все остальное.
То есть все, что связано с ожитковым, просто самым простым керамическим посудой, вот у меня это все есть. Керамика за мной и спиной 7,5 тысяч лет. Я думаю, что более старых предметов мало у кого есть. Да, а история, то я ввез из Марокко, из Индии, из Китая. То есть я всегда заморачивался по этому поводу, потому что мне нравились старые вещи. Я когда-то с Индии вез 7 скульптур, начиная от вот такой вот, заканчивая вот такой вот. У меня было 2 рюкзака, бэкпекерские такие вот. И мы с моей женой почти 3 недели путешествовали по Индии. Это, и перед нами ребят, их штормили за вот такую вот статуэтку. Их там не то, что там заваливали, ломали, а я стоял перед ними, у меня полный рюкзак бронзовых скульптур. И я не знаю, каким чудом, они пока этого штормили, я просто прошел. Моя тема — это природа и, скажем, натуральные материалы в интерьере, которые имеют историю. То есть вот эта вот история, которая вот эта вот потертость и неидеальность, она меня очень привлекает. Я это несу в массы, и мне это очень нравится, и меня это вдохновляет очень сильно. Осознанно подходя к вопросу, уютно ли здесь, я могу сказать, что мне точно уютно. Моим детям точно хорошо здесь. Моей жене великолепно, а всем остальным они здесь не живут.